В Иркутском театре «Кукол Аистенок» начали работу над спектаклем по повести Федора Достоевского «Зядюшкин сон». Она приурочена к празднованию 200-летия со дня рождения классика. Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию старше 16 лет. Над ним работает приглашенная постановочная группа из Белоруссии. Режиссер Игорь Казаков. Средства на создание спектакля поступили в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Речь идет о 4 миллионах рублей. Это деньги областного и федерального бюджета.